Здравствуйте! Сегодня хочу вам показать интересную коллекцию вечерних платьев, которые подойдут для торговли в данный момент. Это платье-травка, легкое, невесомое, оно все такое волосатое, знаете, классический фасон, и у него сзади разрез. Наш микс состоит не только из платьев, а также тут еще бретельки съемные, вот он на бретельках. Разные размеры, я бы сказала, что можно назвать это платьями, которые большие размеры, тут очень много. 30% этих платьев, они новые, с этикетками. На какой только вкус тут нету. И классические варианты, и молодежные. Если их, вот это вот очень красивое, оно, кстати, новое, посмотрите. У него почти рукавчики, сетка и полностью все расшито с бисером. И оно, кстати, новое. Посмотрите, какое красивое. Сзади замок. Вот такое платье. У него тоже есть бретельки, просто они очень тонкие, как нитки. Кроме вот это вот натуральный шелк. Туника из натурального шелка. Очень красивое. Платьишко и пир и жир. Это шифон гофрированный, сзади замок. Классический образец для девушек с красивыми фигурами, сзади полностью идет драпировка. Вот это тоже очень красивая туника, она кажется сложной, ее даже невозможно показать во всей красе, как она смотрится. Потому что у нее сложная конструкция. Но учитывая ткань, она такая не дешевая, она будет красиво фалдами свисать. Платьишко из пир и в мир. Еще одно новое платье. Завязки у него на шее в виде бус. А так оно длинное в пол. Новое. С хищными принтами. На одно плечо, платье с завязками, платье с корсетом и с бантом, большого размера, сзади замок, оно мятое. Стоимость у них очень комфортная. Это платье тоже новое, оно с биркой, двухслойное. На одно плечо. Большой размер, это шифон двухслойный. Еще одно платье с таким сложным кроем сзади, оно как балдахин такой, знаете. Это туника. Здесь бретельки, они просто отошли, ну, здесь есть крючок, все нормально, его просто нужно вставить, то есть платье на бретельках. Двухслойное, шифон. Туника завязывается на шее. Это тоже натуральный шелк, бисер, стразы, красивое. Удлиненный низ у этого платья.
еще одно новое. У него на плече завязывается, то есть внизу трикотаж, а сверху гипюр. Трикотаж с люрексом. Так, еще одно новое платье. Вот здесь у него, его надо погладить, еще и бант сверху. Платье-корсет. Есть отдельно корсет под жакет. Трикотажное платье из фиры Мир. Гофрированное платье. Платье на одно плечо. Укороченный вариант. Платье без бретелек, с очень красивым поясом. Пояс весь в стразах. Ривьер Исланд, гофрированное платье вечернее. И последнее платьишко в нашей коллекции – это вилла. Посмотрите, к этим платьям есть еще туфли вечернего варианта. Они новые и из атласа. Удобный каблук. Вот такие туфли тоже сюда входят, в этот комплект. Так, посмотрите, сюда входит бижутерия. Часы, браслеты, Сваровски. Ну, в общем, вот такая бижутерия входит. И еще здесь есть пара туфель, которые я сама же платьями завалила, но тем не менее они здесь присутствуют. Вот смотрите, двое вот таких красных лабутенов, ну в кавычках, но они милые и симпатичные. И вот такие туфлики, тоже очень красивые, 36 размер, вторая пара вот под кучей платьев, но так они тоже вечерний вариант. Спасибо!